Что такое дорожные ловушки и как избежать опасной ситуации на проезжей части? Об этом автоинспекторы рассказали ученикам школы номер 34 в Твери. Наша съемочная группа присутствовала на занятии. Самая распространенная дорожная ловушка, когда на пешеходном переходе водители в одной или двух полосах пропускают пешехода, а машина на следующей проезжает зебру без остановки, сбивая пешехода. Для собственной безопасности необходимо убедиться, что все автомобили тебя пропускают, и только тогда продолжить переход. Мы ситуацию обыгрываем, когда идем на зеленый сигнал светофора. Это тоже ситуация имеет свою опасность тем, что, вот, как правило, это на перекрестках. Машины одновременно вместе с пешеходом начинают движение, поворачивают, и пешеходы могут оказаться в слепой зоне, не увидеть. Подобные занятия сотрудники ГИБДД проводят не только для школьников, но и для воспитанников детских садов. Так что, приходя в младшие классы, ребята уже знакомы с основными правилами поведения на дороге. Знаю то, что надо переходить на зеленый свет, соблюдать правила дорожного движения. Если машина едет, надо остановиться, убедиться, остановится она или нет. Я знаю, что нужно переходить только на зеленый свет. Сначала посмотреть налево, направо, а потом налево. Дойти до середины и посмотреть направо. Если нет машин, переходить. По окончании занятия ребята пообещали запомнить то, о чем им рассказали инспекторы, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах. Подобные профилактические уроки проводятся весь сентябрь в школах Твери.